Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте! Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное — это естественно. Путешествуя по этому миру, я заметил то, что меня волнует и даже шокирует. Христиане болеют так же, как нехристиане. А так быть не должно. В Ветхом Завете, а, кстати, у меня еврейские корни, нам были даны правила питания, и когда евреи следовали этим правилам, они были здоровее всех на земле. В Новом Завете мы имеем еще более крепкое здоровье, которое, как ожидается, должно быть у нас. Оно принадлежит нам. Мессия умер за все наши боли, умер за все наши болезни. Так почему же среди христиан столько же больных, сколько и среди нехристиан? Я считаю, что, во-первых, это потому, что мы неправильно питаемся. И мой гость, хотя мы и говорим о сверхъестественной сфере, но у Бога есть что-то типа брака между естественным и сверхъестественным. И мой сегодняшний гость был призван Богом сделать вас, сделать меня самыми здоровыми людьми на земле. Представляете? Привет, я Сид Рот, а это Шерри Келбом. Вы знаете, я заметил, что когда у человека есть предназначение, то все выглядит так, будто зло понимает это и пытается разрушить жизнь этого человека, чтобы он не смог исполнить свое предназначение. Я имею в виду, Шерри, что некоторые вещи, произошедшие с вами, просто невероятны. Когда вы были еще ребенком, ваш отец был евангелистом-целителем, а ваша мама умерла от рака. Когда вам было 20, у вас развилась неизлечимая болезнь. Доктора сказали, что не могут вас вылечить. Вы помолились, и Бог сделал что-то чудесное. Он повел ее к использованию соков. Сколько времени у вас ушло на то, чтобы выйти из ужасного состояния, в котором вы были? Я избавилась от хронической усталости и фибромиалгии за 3 месяца. Я начала лечение соками, и под конец этих 3 месяцев я была совершенно здорова. Ясно. Итак, она действительно счастлива, и сейчас мы перенесемся в июль 80-го года. Она спала и ничего не предвещало беды. Она проснулась и поняла, что в ее квартире грабитель. Даже более того, у него в руках был обрезок трубы, и он начал бить ее ей. И у меня здесь есть фотографии того, как она выглядела после этого избиения. Никто не должен проходить через такое. И она рассказывала мне, что я буквально почувствовала, как ее дух покинул ее тело, верно? Да, так и было. Мой дух поднялся и вышел из меня. И я полетела. И я сказала в своем сердце: «Отец, прими меня в свои руки», как написано в Писании. То есть вы думали, что умерли? О да, я была убеждена в этом. И моими последними словами было: «Мне так жаль, что любящие меня люди увидят меня в таком виде и решат, что я страдала намного больше, чем это было на самом деле». Ясно. Итак, у нее были все эти раны на голове. Она потеряла очень много крови. Ее кровь была повсюду. Когда туда прибыла полиция, то они были озадачены, так как не нашли ее тело в спальне, они нашли ее на улице. Они не нашли кровавого следа, потому что когда у вас раны на голове, ваше лицо, оно, понимаете, кровь просто хлещет,
Они не смогли найти ничего между спальней и тем местом, где она была, и это их очень озадачило. Фактически, вы сами были озадачены, пока не увидели сон. Расскажите нам об этом. В своем сне я увидела, как Иисус вошел в комнату, где лежало мое безжизненное тело, у двери, где я упала. Он поднял меня и сделал мне сердечно-легочную реанимацию. Иисус сделал искусственное дыхание, как никто другой, поместив свой рот над моим носом и ртом и вдохнул в мое тело дыхание жизни. И я увидела что-то типа электрошока, как мое тело вернулось к жизни. А затем я видела, как он вынес меня на улицу, и я видела всю дорогу от спальни через патио и длинный двор, и он положил меня у забора в конце двора. Это единственное объяснение, которое у меня есть. Ясно. Опять же, полиция была озадачена. Я думаю, что это довольно хорошее объяснение. Посмотрите, как это должно вас утешить. Мессия очень сильно заботится о вас. Он заботится о вас так же, как и о Шерри. Но, Шерри, что происходило с вашими руками, вашими ногами, вашим лицом и вашими костями? Были серьезные травмы. Прежде всего, оказалось, что я прикрывала голову руками, и труба разбила два пальцевых сустава. Они превратились в осколки костей и пыль. Оказалось, что в тот момент в больнице находился лучший ручной хирург всего округа Оранж в Калифорнии. В 6:30 утра, как раз, когда мне нужна была операция. Это был Бог. Но он сказал, «Я могу лишь зашить вас». Вы больше никогда не сможете пользоваться своей правой рукой. У вас там только осколки костей и пыль. Мой безымянный палец был почти отодран от моей головы. Он висел на маленьком кусочке кожи. Доктор пришил его обратно, но сказал, что он уже не будет нормальным. У меня были сломаны два шейных диска, разбитые зубы, и часть кожи головы была отодрана от головы. Вы услышали слышимый голос Бога, и что он вам сказал? Да, когда я молилась и взывала к Богу, что со мной будет, я буду исцелена, или я буду уродливой и с физическими недостатками, я услышала голос ангела на следующее утро, в 5 утра в моей спальне, и он говорил, «Шерри, красивый голос, посмотри на свою руку». Рука была без гипса и двигалась. До этого на физиотерапии я едва могла пошевелить пальцем на несколько миллиметров, и мне становилось плохо и очень больно. Моя рука двигалась. А затем я услышала, как этот красивый голос сказал, «Ты вернешься в то же состояние, в котором и была, но тебе будет становиться лучше постепенно, пока ты не будешь полностью исцелена». И вот я здесь перед вами. Ну что вы на это скажете? Я в восторге. Это мой Бог. Это ваш Бог. Это наш Бог. Мы скоро вернемся, потому что Бог хочет, чтобы вы были самыми здоровыми людьми на земле. Поэтому не переключайтесь. Это сверхъестественно. Наш мир сконцентрирован на том, что нас разъединяет. День за днем мы идем по жизни со своими амбициями. Но Писание рассказывает нам, как Мессия разрушил стену, разделявшую иудеев и язычников, желая создать одного нового человека. И эта духовная целостность в нас запустила никогда раньше невиданное движение к Богу. Сидрот обнаружил духовные ключи к тому, как достигать евреев Божьей любовью. Одно новое человечество открывает дверь для того, чтобы Бог двигался в чудесах и знамениях, и все увидят доказательство существования невидимого Бога. На нашем веб-сайте вы найдете различные материалы, которые помогут вам понять, как единое, новое человечество существенно важно для того, чтобы приводить многих людей к познанию Бога. Вы поймете Израиль и еврейские корни церкви. Заходите на наш сайт. Это сверхъестественно. Привет, с вами Сидрот и Шерри Калбом. И, Шерри, вы были на служении счастливых хантеров, где они учили вас молиться за больных. И, конечно же, хантеры сейчас на небесах, но они были гостями на одной из моих передач. И там с вами тоже произошло что-то сверхъестественное.
Пожалуйста, расскажите нам об этом. Да, так и было. Мне казалось, что я покинула комнату. Это было видение. И Господь привел меня на поле боя. Я увидела его солдат, которые лежали на поле боя, а их броня покосилась. Шлемы, мечи и щиты. И на этих людях я видела надписи того, от чего они страдали. Артрит, головная боль, рак, диабет, сердечные заболевания, фибромиалгия, болезнь Лайма и так далее. Я видела, что из-за того, что они лежали, из-за того, что на них не было брони, враг особенно сильно бил их, копал и избивал, потому что они опустили руки. И Господь сказал мне: «Иди к моим людям и принеси им истину. Научи их, как заботиться о своих телах, потому что они опустили руки, потому что они едят то же, что и этот мир». Мир имеет намеренно испорченную пищу. Она так сильно генетически изменена, обработана, скрещена без питательных веществ, закована в ящики и коробки и полна сахара. Это не Божий план. И он сказал: «Научи моих людей, как жить и быть здоровыми, чтобы они могли быть могущественными солдатами, как я их задумал». Когда вы были исцелены от фибромиалгии, Бог показал вам, что происходит, когда вы питаетесь соками. Именно это Бог и использовал, чтобы исцелить вас. И затем вы пошли. Мне немного сложно это понять, поэтому помогите мне, Шерри. Вы поняли исцеление? Вы поняли Божью силу? Тогда зачем вы пошли получать степень магистра по здоровому питанию в одном из ведущих университетов в этой области в мире? Господь проговорил ко мне и сказал: «Я хочу, чтобы ты вернулась к учебе, Шерри, и я хочу, чтобы ты стала заслуживающим доверия источником информации, потому что целительная сила пришла в твое тело со свежими живыми соками и изменением питания. Но я хочу, чтобы ты стала надежным источником. Тебе нужен диплом». И вы также услышали от Бога, когда еще учились, что вы попадете в средства массовой информации на телевидении и так далее. И что произошло? И он сказал: «Кто-то приедет к вам в университет и будет искать студента для участия в проекте. Ты должна пойти на это, потому что это приведет тебя в СМИ. И ты приобретешь опыт выступлений перед большими аудиториями и попадешь на телевидение». И все так и случилось. Кто-то приехал в университет, предложил ей работу, написать небольшую брошюру для компании по производству соков. И в результате этого она стала известной, широко известной, как дама с соками. Вы, наверное, видели ее по телевизору, но важнее всех книг, которые вы написали, а вы написали более 20 книг, и всех теле- и радиопрограмм, это то, что Бог сказал: «После того, как ты поработаешь на мирской работе, я хочу, чтобы ты учила мой народ тому, как быть самыми здоровыми людьми на земле». И пришла пора для этого. Да, уже пора. Пора, потому что вы сказали мне, что скоро мы перейдем в сильнейшее, невиданное до сих пор излияние Святого Духа. Если мы все будем больны, то каким это будет свидетельством для других? Никаким. Мы должны быть такими, чтобы вызывать в людях зависть. Аминь, аминь, так и есть. У нас не может быть лишнего веса. Мы не можем страдать от артрита, диабета, сердечных заболеваний, от рака. Мы должны взять на себя ответственность и выполнить нашу часть. И именно об этом Бог и начал говорить со мной, о дисциплине. Он хочет, чтобы мы делали нашу часть работы. Иисус уже сделал свою часть. Исцеление доступно нам. Но очень часто люди говорят мне: «Я хочу, чтобы Бог исцелил меня». Я выросла на служениях исцеления. Мой отец молился за тысячи людей, и они исцелялись. И именно так люди хотят получать исцеление. «Возложите на меня руки, помолитесь за меня». Но очень часто Бог просит нас сделать нашу часть в исцелении. Кстати, о нашей части. Расскажите нам о Терезе.
О, я обожаю рассказывать историю Тересы. Она позвонила мне на нашу телефонную линию по вопросам питания и сказала: «Мне нужна ваша помощь, потому что мои доктора, натуропат и аллопат, уже опустили руки». Они отправили меня домой и сказали приводить в порядок свои дела. Она набрала 25 килограмм воды. Она едва могла пройти от дома до забора за почтой. И она сказала: «Что мне делать? Я в отчаянии. Я буду делать мою часть, только скажите мне, что делать, и я сразу же займусь этим». Я сказала: «Вы знаете, что вам нужно сделать? Выпивать сок из зелени перед каждым приемом пищи. Выжимайте соки из различной зелени, разных сортов капусты, мангольда, петрушки, шпината и так далее. А для вкуса добавьте немного лимона и моркови. Пейте это перед каждым приемом пищи». Она позвонила мне через месяц, хвала Богу. Она потеряла все 25 килограмм. Она сказала: «Я прохожу по 2 километра в день. Я только что порубила связку дров и сложила их. Я раньше никогда такого не делала». Я тоже этого никогда не делал, и мне тоже кажется, что это довольно сложно. Я говорила с ней где-то через 1.5 года после этого, и она сказала мне: «Я должна признаться вам, что мне сейчас так хорошо, как никогда». Шерри, мне кажется, что сейчас люди более больны, чем когда-либо. Почему? Что происходит с нашей едой? Я считаю, что за этим стоит дьявол, потому что он извращает все то прекрасное, что Бог дал нам. Итак, Бог дал нам цельнозерновые культуры, но сейчас пшеница настолько сильно скрещена с глютеном. Это потому что сейчас так много людей узнают о том, что они чувствительны к глютену, потому что хлеб изменился. Да, изменился хлеб, изменилась пшеница. А как насчет фастфудов, диетических напитков, диетического сахара? А что они делают с курами и коровами? Накачивают их всем этим? Да, гормонами и антибиотиками, гормонами роста и так далее. Плюс еще подсластители, от сукралозы до нутросвит и так далее и тому подобное. Они изменили даже подсластители. Они даже начали выпускать неполезные масла из софлора, подсолнуха и рапсы. Изначально у нас было только оливковое масло, натуральный продукт. А теперь все изменилось. Они даже вытягивают жизнь из пищи и дают нам пустую пищу. Неудивительно, что мы болеем. Да уж, придержите эту мысль. Скажу вам, если вы услышите то, чему Шерри будет учить дальше, то люди... Вы знаете, некоторые люди очень разозлились на меня, когда я сказал, что Бог омолодит меня. Я сказал это на телевидении. Итак, продолжайте смотреть нас. Шерри узнала, что в соках и овощах заложена определенная формула, которая буквально делает людей моложе. Не переключайтесь. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. Мне 14 лет. Этим утром я смотрела программу об ангелах и почувствовала, как на меня изливается тепло. Я расплакалась. Я болел раком, и Господь исцелил меня. Это настоящее благословение — иметь возможность смотреть передачу «Это сверхъестественно» каждую неделю. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Это сверхъестественно. Привет, я Сидрот, а это Шерри Келбом. Шерри, когда я читал и слушал то, чему вас учил Бог, то все казалось довольно просто. Первое, что вы советуете делать, это детоксикация. Зачем нам нужно делать детоксикацию? Объясните. Потому что мы окружены химикатами, а не во всем. Каждый год в нашей атмосфере появляется 87 тысяч новых химикатов. Ими опрыскивают нашу почву. Это пестициды, гербициды и так далее. Они появляются от выхлопов, от машин и от фабрик и распространяются по всему миру. И вдобавок к этому консерванты и все остальное, чем они пичкают нашу еду, что вредно для нас. И наша бедная печень должна справляться со всем этим. Все, что есть в крови, должно пройти через печень и очиститься. И если ничего не предпринять, то это будет похоже на то, как ездить на машине, пока она не умрет. Мы просто толкаем наше тело вперед со всем этим мусором, который накопился в нашей печени или почках, или в нашей толстой кишке, и если мы никогда не чистим его, то мы непременно заболеем.
Вы знаете, я считаю, что это вполне разумно. Вначале мы избавляемся от всех токсинов, выводим их из нашего тела, а затем вводим что-то хорошее. Хорошее — это соки. Почему соки так важны? Это очень мощно. Люди говорят, как такая мелочь может изменить мою жизнь. Но она может, потому что соки — это как предпищеварительная пища. Они так легко впитываются. Они могут проходить прямо в систему, прямо в наши клетки, прямо на клеточный уровень и начинать менять ваше тело. Все соки полны витаминов, минералов, энзимов, клетчатки и биофотонов. И новые исследования показали, что растения впитывают энергию от солнца в свои клетки. Когда мы вскрываем эти клетки, выжимая сок, мы высвобождаем все эти питательные вещества. И энергия от солнца идет в наши клетки и питает митохондрии наших клеток. И эти сгустки энергии производят аденозинтрифосфат. Это наше энергетическое топливо. Начните пить соки, и она у вас будет. Расскажите, в каких случаях лечение соками помогало людям? Почти во всех случаях артрита. Когда люди присоединяются к моей программе, у них проходит и остеоартрит, и ревматоидный артрит. Это удивительно. Люди постоянно звонят мне и рассказывают: «Ух ты, симптомы ушли, сильная боль ушла полностью». Расскажите о женщине с подошвенным фасцитом. Она пришла на один из моих семинаров. Она потеряла 5 килограмм за 10 дней. Но она позвонила мне и сказала: «Со мной произошло что-то невероятное. Исчез мой подошвенный фасцит». Она носила специальную обувь и работала в детском саду. Можете себе представить, как это — гоняться за маленькими детьми с больной ногой. И она сказала: «Он исчез. Что случилось?» «Ну, вы знаете, тазобедренный сустав соединен с... Я имею в виду, все связано между собой. Мы же единое целое». Но я не понимаю, как соки могут избавить от боли. Вы знаете, в нашем теле есть щелочь, а также есть токсины, которые собираются в определенных местах. Когда вы начинаете подщелачивать ваше тело, проводить детоксинацию, многие из этих щелочей, которые вызывали боль, обезвреживаются, а токсины выходят. Мне говорили, что когда ваше тело становится щелочным, и это происходит благодаря сокам, даже рак не может развиваться в нем. Аминь и благодарение Богу, это правда. Правда. У меня есть удивительная история о женщине, которую отправили домой готовиться к смерти в возрасте 41 года, а в 47 ее признали свободной от рака. Она участвовала в моей программе, и через 3,5 недели опухоль размером с кулак исчезла из ее тела. Сегодня она полностью здорова. Расскажите мне, почему вы так загорелись этим? Вы не просто продаете идею, вы горите ею. Но почему? Вы знаете, это потому, что я люблю царя царей, и он призвал меня делать это. Он сказал: «Шерри, расскажи им, как это исцелило твое тело. Не один раз, а дважды, когда на тебя напали, и у тебя была усталость. Потому что мои надпочечники почти не работали, они были закрыты. Моя щитовидная железа пострадала от всех тех травм, и это исцелило мое тело. Я ходячее свидетельство того, что эта программа работает». Но затем все те тысячи людей, я продала около 3 миллионов книг, все те тысячи людей, с которыми я работала и сотрудничала, они все здоровы. Поэтому это горит в моем сердце. Сатана извратил нашу еду. Он манит людей питаться запакованной и сладкой едой и сидеть на диване и есть чипсы, орешки, конфеты и ожидать, что они будут здоровыми. Но так нельзя. Хорошо. Позвольте мне сказать вам, я не знаю, как вы, но я уже готов принимать сок. Мы перейдем на кухню и узнаем, какой же этот сок на вкус. Шерри, просто не верится, что вы сделали это так быстро. Я думал, на это уйдут часы. Это быстро, очень быстро. Я делаю свой утренний сок за минуту. Действительно, я засекала. Вы слышали? За минуту. Ясно. Давайте попробуем. Смотрите, что происходит. Я начинаю с яблока, которое является отличным дополнением и добавляет немного сладости нашему соку. А затем я добавлю немного имбиря. Я обожаю имбирь. Разве это не чудесно? Имбирь богат на цинк, который очень полезен для иммунной системы. Он также противовоспалительный. Воспаление является одним из главнейших факторов, вызывающих сердечные заболевания. Добавляйте это противовоспалительное средство в ваш рацион каждый день. Должен признаться вам, что это мне нравится намного больше, в отличие от популярных витаминов в таблетках. Да, сок свежий. Это то, что дал нам Бог. Он из земли, он живой. И вы знаете, что живая пища приносит жизнь нашим телам.
Это живая пища, потому что эти овощи черпают энергию от солнца и собирают ее в клетках растения. Это называется биофотоны. Биофотоны были обнаружены на исследованиях в Германии, и там заметили, что эти светлые лучи энергии помогают нашим клеткам лучше сообщаться друг с другом. Они питают наши митохондрии, маленькие сгустки энергии в наших клетках. И это дает нашим клеткам возможность производить больше аденозинтрифосфата, который является нашим топливом. Если вы устали, если вы говорите «я устал, у меня нет необходимой мне энергии», вам нужно перейти на живую пищу, а соки — это наилучшая живая пища, которую я знаю. Я должен вам признаться, что уже чувствую. Шерри, будто становлюсь здоровее. Я знаю, что это сумасшествие, но я чувствую это, только смотря, как вы это все делаете. А сейчас будет дегустация. Очень вкусно. Я никогда не думал, что витамины и минералы могут быть такими вкусными. Разве это не удивительно? Удивительно, не так ли? Чудесный способ начать новый день. Итак, теперь вы знаете, что можете начать с живых соков, которые принесут жизнь вашему телу. Смотрите в следующей программе. Мой гость нашел скрытый элемент в событиях последнего времени. Это война, которую многие упустили из виду, но незаслуженно. И она вот-вот начнется. Вы можете себе представить, как рассказываете своему неверующему соседу о том, что должно произойти, а на следующей неделе об этом написано во всех газетах?